Всем привет! Вы на канале Крисплей, меня зовут Крис, и сегодня мы с вами играем в игру Dead by Daylight. Чем же сегодня обернутся наши приключения, предлагаю узнать прямо сейчас. А пока подпишись на канал, поставь лайк этому ролику и присоединяйся во все социальные сети, ссылочки есть в описании, в шапке профиля, я жду тебя именно там. И мы приступаем к просмотру. Я завидую. Так, у нас кто? Не знаю. У нас они. Это 100% они. Есть за сиська, есть под сиську. Все зависит от возраста женщины. Варя, там пятый размер, там под сиськой. Шестой. Довески. Под сиськой? Блядь, в смысле? Алло, какой? В смысле, что за говно лагает? Я слышу террор, блядь, что за говно? Уйди от меня! Какой-то знакомый террор. Вы где? Не знаю, в каком-то углу. Везде, простите меня. Это как надо отвечать, пизда? Да, у тебя вместо рта. Там еще после этого есть тоже отговорочка. Знаешь как, сегодня изучаем, откуда выходят дети. А дети выходят... Нет. Почему же у вас... Зубы не выбиты, когда вылезал ребенок? Чего? Что? Я вылетела. В смысле? Нет. У меня лагает очень сильно, у меня прям сейчас автоматизирует. А, 350 пинг, спасибо. Лёш, я надеюсь, мы с тобой разные гены, что ли? Я тоже тебя не вижу за геном. Разные у вас, разные полоски прогресса разные. Ой, я Крис начал видеть. У меня просто одинаковые. Нет, у меня на экране. Они разные, Марго. Ай, блядь. Ну что? Ты уже на уголок подошла, а Лёша к ней подходит. Реакция у него быстрее моей была сейчас. Он сюда, что ли, несет? Да. На секущий, наверное. Неправда. Да, на секущий я, короче, прям дочиливаю, мне ген нравится. Полечить? Да. Кря. Не, Марго, тогда смешнее было. Крис идет к вам. Да. Желательно, чтобы ты отвлекла. Потому что он туннелик меня идет. А. Снимай марку. Ну, тебе еще недалеко, в смысле, далеко до обработки, поэтому я все это увижу. Он любит это, получать по лицу, правда. Главное, что не на лицо. Блин, я думал перебирать кнопки после принца, так тяжело. Ладно. Блин, Крис далеко, я так-то не смогу ее спать. Я говорю, вы вдвоем доиграть будете. Не хочу быть мрази и написать какой-то целлофановый пакетик. Зря Марго нету, любимая ее карта. Здравствуйте. Здравствуйте. Библиотека пустая. Доктор. Блять! Что? Ой, лежу, любимый. Ой. Лежу, в смысле, что лизать? Лёша. Твой же любимый. А-а-а! Как бегаешь, Крис? Нет. Уже хит получаю. Да. О, пойдем в эти палетки.
Не надо. Получил? Да. Ин, давай, один ген ты уже отбегла, сейчас почти полтора, ну, почти два. Сейчас я Варе раздам. Раздается? Мне кинули. Нет, ничего не раздается мне. Мне кинули. Я внизу есть ген, под нами буквально. Угу, и доктор здесь есть. Мне кинули. Сука, беги, беги, блядь! Ёбаный брат. Меня, ну ё-моё, ну только не на лицо, доктор! Там шот. Вот это вот без этих электродов твоих толстых, отплюрованных. Не нравится мне вот это. Ген ломает ногу. Я снимаю. Да. Чё? Вы оба со мной тут рады. А доктор наш не прост. Стойте, полечу вас. Варя, убегай. Спасибо. Ой, извини, пожалуйста. А, то есть серьезно, Габриэль вообще никого не будет чё? Снимать? Угу. Он вообще типа чинит и не снимает он никого. Сух, он понял, что это не выиграть. Нет. Он сейчас прыгнул. А чё у меня-то лагает? Да Дэвид виноват. Допустим, ты сейчас херовый. Еще он пытается этим сделать. Это шочка, это пешочка. Габриэль, ну ты чмо? О, читалька. Наверное, Крис чинил. Медитар, куда моя? Эксплодировал. Какой крюк? Ну, я в крюк врезалась. Я потом Габриэлю что-нибудь напишу. Угу. А, вот там где-то есть. У, блин. Там полез? Не спиливается. Конечно, кто его будет снимать? Урода такого. Простите, но, блин, но... Даже Дэвид не идет его снимать. Надеюсь, что он его не снимет. Не барбекю, а нет, нет барбекю. Близко не барбекю. Ох, Дэвид, Варя. А. Тудун. О! Что? Зачем я брала птичку? Себя полечить. Зачем? Я умираю последний. Хочешь, я отдамся, ты пойдешь этот. Люк. Ну давай. Если он меня раньше не убьет. Эй! Вот свалит Варя. Ой. Пойдем поймаемся, Варя, что не пока есть, хочешь? Вот тот наш ген. Тут еще есть тепленький ген. Я поманслую. Ладно, не поманслюсь. Спасибо. Меня поймал зрение.
А на сегодня у нас все. Не забудь поставить лайк, подписаться на канал и присоединяйся во все социальные сети. Ссылочки в описании и в шапке профиля. Увидимся с тобой в следующем ролике. Пока-пока.